Главными гостями праздника стали дошкольники детского сада «Тополёк». Ребята вместе с Незнайкой, котом, ученым, путешественницей Элли готовились к новому учебному году, отгадывали загадки, танцевали, обсуждали книги, которые прочли за это лето. В школе нужны тетради? Да! Похлопаем, похлопаем, похлопаем. Ну, девочка, что она достанет с рюкзака? Даже если она девочка, она всегда достанет куклу. Был организован и библиотечный дворик, где дети с радостью участвовали в мастер-классах, решали кроссворды и делали аппликации. Удивительным гостем праздника стал детский театр кукол «Чудодей». Здравствуй, бабушка! Привет, вам! Сотрудники детского отдела подвели итоги школьного и внеклассного чтения среди ребят. Летние чтения завершены, и сотрудники библиотеки ждут ребят в новом учебном году.